Два снежных циклона испортят погоду на Камчатке в ближайшие выходные. По данным регионального гидрометеоцентра, первый из циклонов придет к югу полуострова в субботу днем. В Петропавловске, Елизовском, Усть-Большерецком и на юге Мильковского районов пройдет снег, ветер усилится до 20 метров в секунду. Потеплеет. В субботу вечером этот атмосферный вихрь распространится на Соболевский и Усть-Камчатские районы. Более сильный циклон ударит по Камчатке в воскресенье. На полуострове ожидается сильный мокрый снег и штормовой ветер до 30 метров в секунду. Атмосферный вихрь пощадит лишь северные Пенжинский и Алюторский районы, где прогнозируются небольшие осадки. По данным метеорологов, погода на Камчатке начнет улучшаться только после 11 декабря. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.